можно сказать, не так уж я и здоровая, но в основном еще и работаю. И помогаю нашим ветеранам. Сейчас мы поколение серебряных волонтеров. Поэтому, как говорится, в памяти в таком возрасте много чего осталось у меня. И все такого, что невыдуманного. Ну, что-то мне мама нам рассказывала. Мы в Ленинграде жили, у нас, у мамы было наследство, частный дом. И когда обстрелы, мама нас выводила на кухню, ложила на пол, вниз головой. И мы лежали, пока у нас не закончатся обстрелы, эти бомбежки. Мы ходили в детский сад с сестрой. У меня еще и сестра жива в Санкт-Петербурге. У меня правнуку 24 года, правнучке 17 завтра будет. И все они у меня в Ленинграде, кроме я с дочкой здесь и, естественно, с зятем. Больше у меня здесь никого нет. Я тебе большое спасибо, и вы должны знать, что я сказала, надо было задавать вопрос. Спасибо.